Добрый день, страна! Снова мы с Максимом с вами. И снова мы говорим про погружные пилы, про мой тритон, про максимовский мафель. Вчера мафель нам, в общем-то, показал какие-то результаты такие. Ну, скажем так, на 3. Вот. Уж не скажем, что совсем все было плохо. Сегодня мы решили его реабилитировать, то есть и посмотреть. И почему мы решили? Потому что народ начал писать и звонить. И уже СМТ Тул тоже сняло там свое кино про мафию, как он замечательно у них пилит и так далее и тому подобное. Давайте начнем заново. Все нам сказали, что мы с Максимом лошары криворукие, потому что не можем поднять вот этот флажок. Вот этот флажок черный, давайте я вам покажу на упоре. Вот этот черный флажок на упоре, который нужно поднять, и после этого упор поедет. Значит, братцы, я вам могу сказать, что вот мы ослабляем, вот видите, вот при вас я ослабляю вот этот винт, при вас я поднимаю этот флажок, вот он поднимается, и упор ни хера не едет. Вот он не едет, он упор. Более того, мы как бы не можем его вообще вернуть в изначальное состояние. Если вчера Максим тут как-то долго-долго там что-то его тиранил, все-таки растиранил, то сегодня мы его, в общем-то, передвинуть не можем. Вот эта штука стоит 13 тысяч рублей. 2 года он в эксплуатации, и вот, в общем-то, вот такая ситуация. То есть я думаю, что, скорее всего, его вот здесь вот закусило, просто там что-то там, железка по железке ездит, в общем-то, и немножко закусился. То есть, может быть, смазать надо, может быть, еще что-то. Но мы его даже сейчас сдвинуть не можем, надо вдвоем. Это на 60 градусов, когда он да, стоит. То есть, на 45, да, эти самые. Вчера нам показывали СМТшники в своем как бы блоге в Инстаграме, как они замечательно его сдвигают. Но они сдвигали его вот с этой стороны. Вот здесь вот сторона 45 градусов. То есть вот здесь упор стоит под 60 градусов, а здесь по 45. Вот так. Отсюда ему удобнее выехать. А вот отсюда, короче, он не едет. А если его хранить вот в этом положении под 45, то он не лезет в фирменный карманчик на чехле мафеля. То есть, братцы, то есть, дорогие наши мафель-продавцы и любители мафеля, то есть вот эта вот штука у вас ни хера не работает через 2 года эксплуатации. Почему, мы не знаем. То есть можно сейчас тут что-то там станцевать вокруг нее, но она вот ровненькая, она красивая, ее точно не били ни обо что. Вот я же вижу. Не верьте, как бы вот к Максиму Ярославлю можете проверить. Следующий момент — это сдвигание диска в момент пропила. Значит, мне даже Миша Кучук вчера написал ВКонтакте такой весь грустный, там, вот, что такое, я там говорю, что он сдвигается, а ты говоришь, что не сдвигается. И я сегодня решил это все проверить. Даже больше того, мы сейчас это проверим вместе с вами. То есть мы решили проверить, насколько диск сдвигается в положении для пропила, подрезки. Давай сейчас на подрезку чуть-чуть опустим. Поставили мы сейчас флажок на подрезку. И никак у нас не получается, но сейчас получится. Вот. Вытянули диск. Вот он вытянулся. И вот при вас мы включаем штангенциркуль, обнуляем. И замеряем вот это расстояние. То есть от верха зуба до... ну давайте вот до паза замеримся. Вот паз, вот верх зуба. 111,4. А вам, наверное, не видно, да? А мы вот так покажем сейчас. Вот, 111,4. Теперь мы выдвигаем диск. Вот, мы его выдвинули и снова замеряем вот это расстояние. От паза до зуба. Сейчас. Держи. Неудобно, потому что все-таки эта вещь для этого не предназначена. То есть, что происходит? Действительно, когда диск погружается, он смещается в сторону. Все, выключаем. Но! Самое, что интересное, то есть нам все говорят, да, что вот мафель такая волшебная фирма, они там сделали механизм, который диск сдвигает. Но мы решили все проверить. Мы берем пилу Тритон,
про которую никто не говорит, что у нее диск сдвигается. И делаем те же самые операции. То есть выставляем режим подрезки. Опускаем. Максим держит. Вот, замеряемся. Вот отсюда до края диска. Ой, до края зуба. Сейчас неудобно как-то мне тут замеряться, но попробую еще раз сейчас. Получаем 122,55. Да, 122,55. Все видят, наверное, да? Теперь мы опускаем диск вниз. Делаем тот же самый замер. И получаем картину 122,98. То есть, братцы, нас обманывают с вами. Получается, что все пилы сдвигаются вперед. То есть обманывают нас или не обманывают, там как бы есть здесь устройство для сдвига диска, или может быть вот здесь нет этого устройства. Вот они обе пилы, и они обе смещаются диском при пропиле. Теперь давайте смотреть, как пилят все. Первый пропил мы сделали тритоном. И вот у нас есть деревяшечка, которая распилила тритон. То есть, вот смотрите, строковка, все, красота. Ничего, никаких заделов, ничего не осталось. После этого мы пилим мафилем. И видим, что вот здесь у нас остался след от подрезки. То есть, что случилось? Пила не сдвинулась или еще что-то, я не знаю. Но смысл в том, что след-то остался. Ну и напоследок я хочу вам сказать, Максим, иди поближе. Ну, с Максимом вам хотим сказать, что... Ну, то есть, во-первых, что мы сделали с Максимом? Ну, то есть, что не делал Максим со своей пилой? То есть, мы полностью проверили ее геометрию. То есть, расстояние от диска до паза. В выдвинутом состоянии, не выдвинутом. У нас там разница получилась 0,1, по-моему, да? Ну, то есть 0,05. То есть мы сравнивали положение как бы паза и положение диска. Замерили, получилось 0,05. Ну, то есть это хорошо. Это Мафия молодец. То же самое сделали на тритоне. У тритона там чуть-чуть побольше было. Но там что-то тоже там, как-то там у этого 0,05, а у этого там 0,1, что ли. Ну, вот разница не очень большая, в общем-то. Дальше. Я сам лично Мафию взял, отпилил строковку. Да, пилит. Максим вчера лжанул, он пилил на первой скорости. Я еще так удивился, думаю, как хорошо пилит.
пила тихо. То есть сегодня на первой скорости мы пилили, вернее, он пилил на первой, сегодня поставили на четверку, все хорошо, ничего там у него не закусилось, все отпилил. Но, ребята, у Тритона тоже все отпилил. И поэтому я хочу что сказать-то? То есть, ну, знаете, и то пилит. Просто все зависит как бы от руки. Ну, то есть Максим, я думаю, сейчас будет пилить лучше. Да? То есть, вот, он все это как бы узнал, все понял. То есть, и вообще, то есть... При работе с любым электроинструментом важна равномерность и плавность подачи. Если вы равномерно, плавно подаете, все у вас будет отпиливаться. То есть, ребята из Мафеля, которые там вот как бы кричат, что они молодцы. Ну вы молодцы, но упор-то ни хера не работает. И след-то остался. Почему след-то остался, расскажите мне. Великие наши люди, у которых диск сдвигается туда-сюда. Вот. Ну все, наверное. Извиняйте уж, если там чей-то там инструмент я обхаял. Ну то есть, на мой взгляд, погружная пила, она вообще беспонтовая столярка. И я не меняю свой взгляд. Вот. А Максиму удачи. Теперь он будет пилить лучшим мафилем, однозначно. А угольник он починит. Все, Максим, спасибо тебе большое.